В Западно-Казахстанской области оказывают помощь представителям социально незащищенных слоев населения. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабовидящих в регионе организовали соревнования по шахматам, шашкам и тоғызқұмалаку. А в общественном объединении инвалидов-колясочников Арба открыли клуб любителей книги. Наша библиотека пополняется книгами зарубежных, наших республиканских фондов. Нам приносят книги. Вот сегодня у нас в гостях Центр обслуживания населения, который пополнил наши книжные полки.